С другой стороны. Да, тут еще на два дома. Ну что, в обратный путь? Вон сидят, сидит вид такой, да, красивый, смотри. Какая-то у них тут удивительная атмосфера. Живут настоящие ценители жизни. Да, точно. Ну там вот почище в начале улицы. Вот здесь какой-то уже конечный райончик такой. Такой старенький. Это просто, да? Во, бамбук. Настоящий бамбук. Как в джунглях, точно, да? Тропики. Тропики, сад какой-то. Вот там беседка, смотрите, наверху, да? Какая-то беседка сделана. И не просто так. Иногда заедает. Смотреть на воду, они уходят туда. В леса, это да, называется. Да. На бэк-ярд. Ты всегда в сумке жила. Что-нибудь тебе нужно купить в магазине. Самые цветы я туда ставлю. И сюда все надо тащить руками в пакетах. Сверху. А, может, на смотрите, он сказал, что они подплывают к специальной пристани, возле ферри, где вот этот паром. Да. И там, видимо, где-то уже в магазин идут или что-нибудь такое, да? Машины на лодке, ну? Ну, если на лодке, то удобно и красиво. Угу. Как-то так. Нас ищут. Тут некоторые там паркуются. То, что там наверху, где мы были, где гаражи, там не так много гаражей. Ну да. Скорее всего, у них там гаражи. Только здесь бывает время промотов и ветерочек. Опасно уже ехать. Давайте. Хотя, давайте, может быть, давайте, здесь небольшие горы. Давайте. Дом кота. Как я думаю? Такой вход интересный, да? Ну что, идем бодрым шагом. Как получится. Ну скоро кто-то на земле сажает. А вот смотрите, на этом же на таком клочке поставили детскую горку, да? Да. Сивертон. Я чувствую, что, наверное, дальше. По ней же дома никто не ездил. А там вот тоже какие-то аттракционы, видишь? Я ничего не знаю абсолютно. На узлах. Да. Какие-то качели или что-то, да?